А, да. Сюда, ребят, сюда. Туда вот, поперек его поставьте. Спасибо. Безобразие. Вы что себе позволяете? Я вас всех на чистую воду выведу. За 60 тысяч втюхали моей жене дешевку. Что такое? Что за шум в магазине? Да никакого шума нету. Что ты разорался здесь? А ты что разорался? Ты кто такой вообще? Да я-то знаю, кто. Ты-то кто? У тебя чек есть? Есть. Где? На! Мы рады приветствовать вас в нашем магазине. Что-то я сомневаюсь, что вы рады. Это что такое? Это что, вот это вот бюро начала 19 века? Где? Где? Вы сами его моей жене продали, а теперь не узнаете. Ну, во-первых, не я его продавал. А во-вторых, ну да. Ну, конечно же, это бюро не начало 19 века. Ага. Это бюро конца 18 века, мой дорогой. Ну, сами посмотрите. Посмотрите лично. Разве сейчас вот так делают? Ну вот сейчас сделают такую вещь. Посмотрите, посмотрите на эти углы, на эти пропорции. 200 лет прошло, работать не научились. Слушайте, ну-ка, стоп, подождите. Мне кажется, что это работа самого... Я не знаю, что вам кажется, но посмотрите вот сюда. Куда? Вот сюда. Куда? Вот сюда вот. А что там? Ну, посмотрите. Вот и как? Гениально. Это же работа великого русского мастера конца 18 века Ануфрия Тимофеевича Кукина. Или ОТК, как он сам в шутку сокращенно любил себя называть. ОТК? Да. А что означает номер один? Где? Какой номер один? Ну вот там же, номер один. Где там номер? Мой дорогой. А номер один означает, что Ануфрий Тимофеевич Кукин был номер один в Европе. Он по мебели в Европе был лучший. Да что? О нем легенды сложены, диссертации написаны. Какие еще легенды? Вот, например, одна из легенд гласит, что именно Ануфрий Тимофеевич Кукин изобрел способ лакировки мебели. И именно он придумал и составил уникальную формулу палитуры. Палитуры, ее же до сих пор пьют. Да? Да. Ну, хорошо. Так. А как насчет того, что это вообще ДСП? Где? Вот. Где? Ну, вот, вот, вот. Не может быть. Это не может быть. Это кто? Кто бы мог подумать? Слушай, ну не вороси мне голову, а? Верни ты мне деньги. Кто бы мог подумать, что простой русский мужик Ануфрий Тимофеевич Кукин в конце 18 века изобрел не только политуру, но и древесно-стружечную плиту. А у меня у вас... Продайте мне это бюро. Продайте, для вас это просто ДСП. Нет. Деревяшка. Нет. Мне продай. Нет. Почему? Это мое бюро. Мое бюро. Вот, вот мой чек. Все. Ребята, сюда, быстрее. Уносите мебель. Нет. Нет, не надо. Не надо. Ну, пожалуйста.